Эй, где вы там? Идите сюда. Вы что, устали? О, Господи. Опять, кажется, наставление будет читать, судя по тону. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. Как что случилось? Я его там оставил. Я ж не знал, что мы идем. Теперь уж ничего не поделаешь. Нет, что? Надо вернуться. Это невозможно. Да я не могу без рюкзака. Здесь не возвращаются. Поймите, еще никто здесь той же дорогой не возвращался. Да плюньте вы на этот рюкзак. Что у вас там? Бриллианты? Вы забыли, куда идете. Комната даст вам все, что захотите. Действительно. Сверх головы закидает рюкзаками. А далеко до этой комнаты? По прямой 200 метров. Да только здесь не бывает прямых. Вот в чем беда. Идемте.